Здравствуйте, мои дорогие подписчицы! Сегодня хочу поздравить всех вас с этим прекрасным праздником, 8 марта. Поздравить мою любимую мамочку, мою любимую сестричку, всех моих друзей, всех вас, мои милые подписчицы. Сердечно поздравить вас с этим прекрасным и светлым весенним праздником, 8 марта. Природа наделила женщин несравнимой красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и безответной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Мы, женщины, хранители семейного очага. Мы воспитываем детей, добиваемся успехов на работе, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. В этот весенний день я вам желаю улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия и здоровья вам и вашим близким. Будьте всегда любимыми, женственными и обаятельными.